Что ж, друзья, здравствуйте. Очередное путешествие выходного дня с Владимиром Волошиным. Латвия, Рига. И покажем вам сегодня уникальное место, очередное, но оно будет ориентировано на детские ощущения. Надеюсь, что вы многодетная семья, или, по крайней мере, семья с ребенком, и ищете тур выходного дня в связи с непростыми условиями, сложившимися у нас сегодня в Латвии. Ну а сейчас реклама самой позитивной стороны Евросоюза – Латвии. Аглонская базилика, Пилсрундлский дворец, наша национальная кухня, напитки и лучшая строительная компания «Бригада-1» в Латвии. Итак, отправляемся мы из города Риги. Традиционно все отправляются из города Риги, самый большой город в Латвии. И это путешествие очень легкое. Она осенне-зимнего периода, как вы видите. И 30 минут из Риги доехать до Саласпилса. И сейчас мы въезжаем, собственно говоря, в зоорезиденцию. Это вход. Стоимость. Стоимость 5 евро со взрослого, 3 с ребенка. А дети до 2 лет не платят ничего. Есть ограничение, запрещено со своими животными и со своим кормом. Небольшая выставка ретро-машин. Как выяснилось, хозяева еще планируют сделать ретро-музей. Первый уже камень заложен. Небольшая коллекция, но есть. Итак, входим. Первое, что нас встречает, белочки. Напомню, что мы отправляемся в путешествие выходного дня с детьми. Дети разнопланового возраста, поэтому здесь надо учесть, что такое путешествие не может длиться больше 3 часов. В идеале это 1,5-2 часа. Осенне-зимний период, дети замерзают, и им это все уже, скажем так, наскучивает. Итак, пошли. Первое, что мы здесь видим, это большую территорию, порядка 7 гектар. Не каждый мини-зоо может позволить себе это. И во время пандемии здесь гулять совершенно безопасно. Есть минусы. Ребята работают только по выходным, в рабочие дни они не работают. А сейчас, когда все сидят на карантине, то все рабочие дни становятся выходными. Я думаю, что это один из минусов. Нравится стилистика. Обратите внимание, они выдерживают четко стиль. Красно-белые тона, color цвет, это стиль этой зоорезиденции. И здесь вот есть определенный дизайн, определенный стиль, определенные темы, которые они выдерживают. Это очень приятно. Мило, ухожено. Грязи нет, несмотря на то, что это сельхозполе. Пони. Альпак. Животные в больших просторных клетках, поэтому они бегают, резвятся. Вы их, разумеется, можете кормить с руки. 2 евро стоит стаканчик чего-либо. Ну, я бы советовал 5 стаканчиков брать, они уходят прямо легко. Есть всевозможные качельки, мини-развлечения для детей, кролики. Ухожено все чистенько, это радует. Хозяева действительно за этим следят, и уборка осуществляется каждый день. Несмотря на то, что это как бы сельхозугодие, я обратил внимание на дезинфекторы, которые там тоже расположены. То есть тут довольно безопасно, и вот этот ослик, он в открытом доступе, он не сидит в клетке. Это уже популярный ослик, наверное, у всех стал. Он гуляет вокруг. Коллекция голубей. Смотрите, немного креативчика. Ну, по-моему, интересно. Птичий двор, там, где плавает утка, индоутки, гуси, ну и прочие. Не хватает позитива в это серое, скажем так, карантинное время. А здесь очень много ярких моментов, включая красно-белую разрисовку. Смотрите, какая фураке шикарная. Кстати, нашего латвийского производства, если я не ошибаюсь. Место для пикника, то есть здесь можно посидеть, покушать. Шикарная баня, смотрите, она переделана из железнодорожного вагона. И творчески переделана. Она продумана до мелочей, до тонкостей. И это шедевр. Папе зашло точно. Вы же можете приехать сюда со своей едой, посидеть на фоне природы, перекусить даже с мини-мангальчиком на углях.
пятнистые олени, белые олени. 7 гектаров. Гуляем. Вентилируем легкие и смотрим на всевозможные интересные дизайнерские инсталляции. Мне нравится подход, как все это сделано. Обычно мини-зоо, я скажу так, победней. Здесь, видимо, что кто-то увлекается строительством, или руки растут из правильного места. И, как обычно, дьявол в мелочах, тут все оно есть. Просто инсталляция самолета. Самолет – это даже не точная копия. Просто рукастый парень какой-то собрал интересную инсталляцию. Место для пикников на фоне реки. Посидеть, порелакснуться. Кстати, зима плюс 5, нам выдалось. Не так уж и холодно. Вид на Кекову за речкой. Самолет был создан для какой-то съемки фильма, для инсталляции. Но так тут и остался. Барашки. Даже газонокосилку разукрасили, даже плуги разукрасили в свою красно-белую расцветку. Поскольку Латвия северная страна, и нам не хватает ярких красок на самом деле, и здесь они правильно подобраны. Не знаю почему, но нет негативных отзывов об этом месте. Я думаю, что именно из-за цветовой палитры. То есть человек отсюда даже в серое, как сейчас, будничное, пасмурное настроение, выходит все равно приподнятым. Все равно интересным, все равно веселым. Пати-бус. Здесь можно сделать неплохой день рождения для детей. То есть музыка, бусик, место для коктейлей. И дети, подростки, имею в виду, конечно, могут неплохо здесь оторваться. Почему бы нет? На территории мини-зоо. Как, по крайней мере, две такие интересные локации. Здесь их попытка сделать багги, она на ходу. Ну, парень любит автомашины и пытается делать всякие интересные инсталляции. Но это больше, наверное, для Инстаграм-фото. Кто не знает эту машину, почему бы в ней не пофоткаться? Я думаю, что фишка этого зоо – это позитив хозяев, а мега приятные люди встретят вас, пообщаетесь и поймете. И маленький креатив. Маленький дешевенький креатив. То есть это все сделано своими руками, плюс правильная подобранная расцветка цвета красного с белым. Большие территории, то есть люди не пересекаются, особенно во время карантина. А также вы можете наслаждаться своей семьей, поскольку здесь множество локаций. Здесь порядка до 20 семей могут заходить, и они здесь будут самостоятельные совершенно. Но это просто по своим ощущениям. Поскольку это все рассчитано на детские эмоции, вы знаете, для ребенка до 10 лет животных здесь больше, чем нужно. Я отвечу так. А если дети не могут отойти от этих клеток, если они счастливы, если они просто довольны, что вы привезли их в это место, разве это не то, что нужно этим родителям? Разве родители после этого не начинают отдыхать так же, как дети? Это и есть приключение выходного дня, тур выходного дня. И в Латвии есть 19 мест, 19 таких локаций. Вот даже если сейчас у нас пандемия, есть проблемы, и вы каждые 3 дня или каждые выходные будете ездить в одну такую локацию, вы спокойно переживете эту пандемию, и она где-то частично вам заменит потерянную Турцию, Бали, Испанию и прочие места, в которые вы не смогли уехать со своей семьей. Самое главное – это эмоции. И эмоции, которые здесь получат ваши дети, а потом передадут их вам, они останутся. Это проверено. Здесь было действительно круто, действительно интересно. И дети все эти 2 часа, пока не замерзли, были в бешеном восторге. Соответственно, и взрослые. Это можно видеть на их лицах. Это просто было круто. Поэтому стоит сюда ехать за позитивом. Один из самых недорогих мини-зоо. Как я говорил ранее, 5 евро взрослому, 3 ребенку. Это не деньги. Это инвестиции в хорошее настроение. Такое хорошее настроение, которое в осенне-зимний период, не всегда пребывает в избытке. Белый олень. Пятнистый олень. Да, не стадо оленей, конечно, да. Но и один олененок может доставить вам удовольствие, как целое стадо. Это зоорезиденция.
19 мест в Латвии только зоо, не считая природных троп, гор и пещер и т.д. и т.п. Если мы каждый будем выкладывать свою положительную эмоцию, то мы соберем огромную карту, заполним порядка 100 посещений в Латвии в трудные времена, и локальный туризм вполне нам заменит любой другой туризм. А путешествовать нужно. Путешествие, оно меняет людей. Из путешествия каждый раз ты возвращаешься другим человеком. И он лечит депрессию, тоску и уныние. Он заставляет вас двигаться дальше, развиваться, познавать что-то новое. И здесь мы можем видеть, как простой крестьянин может просто приложить руку и немного своего таланта и из простого поля сделать очень интересное место локации. Зоорезиденция находится в 30 минутах езды от Риги. И оно на ваших видео. Может быть, я его неправильно показал, но рекомендую вам приехать сюда как тур выходного дня, если у вас есть маленькие дети. А на сегодня это все. Такое коротенькое путешествие стоит 20 евро на одну многодетную семью. Путешествуйте подольше и почаще. Рад, что рассказал вам об очередном месте, которое стоит посетить. Зоорезиденция. Саласпилс, Латвия. Всех благ вашим семьям. До следующих путешествий выходного дня. С вами был Владимир. Пока.